Всем привет! Пришло извещение. Надо сходил на почту. Забрал посылочку. Сейчас посмотрю, что там. Республика Беларусь. Вот. Город Гомель. Сейчас аккуратненько ее скроем. Сделал на днях вот такой вот ножичек из пружины от старого советского складного ножа, который фиксирует клинок непосредственно. Довольно интересная форма попалась. И подумал сделать целую коллекцию таких небольших ножичков. Ну, чехол осталось только так, обработать лаком. Самый скрытный нож. Ну ладно, посмотрим, что же там пришло. Как все запаковано. Да, так просто не откроешь. Дова Золинген. Чехол-то хорошенький, чтобы ничего не помялось. Так. Вот такая вот красота. Правда, состояние оставляет желать лучшего. Очень интересная бритва. Буквы Е и Д. Надпись Золинген. Здесь Файнстер. Дальше не разобрать. Это вот такой. Первый вариант. Так, сломана ручка. Это АК, завод Трудвача. Довольно в приличном состоянии. А с ручкой, конечно, оказия. Ручку надо будет заменить. А также, похоже, вот он сам. Виновник. Торжества. Дова. Астраля. Это современная бритва. Но у нее проблема именно, о чем я до этого говорил. Неравномерное снятие металла идет. Сейчас, если здесь. Эта режущая кромка получилась очень широкой. И широкая, и неравномерно. Со второй стороны примерно такая же ситуация, но чуть лучше. Вот такой вот вставочка без всяких надписей. Можно сделать какую-нибудь гравировку. Ручка из дерева. То есть какое-то черное дерево. Будем пытаться все это исправить, убрать все дефекты.
Посылка от хорошего знакомого. Видео, что все дошло. Все, в принципе, в целости. Времени мало. Сегодня выходной выдался. Что-то, наверное, сегодня уже сделаю. Если сделаю, сниму. А так буду заниматься, наверное, на неделе выдастся побольше свободного времени. Так что вот такие три опасных бритвы. Клинковых. Пока все. Всем удачи. Всем пока.